В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Сложно и неприятно жить в мире, где уродство берет верх над красотой. Ведь все, что прекрасно, не несет в себе боли, разочарования, зла. Оно прекрасно. И поэтому создано, чтобы служить людям в высшей степени. Я уверена, что каждый в силах сделать мир красивым, бороться с уродством, нести благо людям. А хамство – это моральное уродство. И исправить его можем только мы сами. А значит, и мир вокруг нас станет красивее. Здравствуйте. А можно, вы меня не слышите, я вас тоже не слышу. Здравствуйте, вы вот сейчас просто свою прекрасную машину прекрасно на всем тротуаре припарковали. Могли бы вот место для пешеходов оставить? Прямо сейчас. Но это прекрасно, давайте. Добрый. Знаете, что цифры не стоит в Таракан? Название видели фирму? И? Ха! Это вам позволяет здесь находиться? И что? И что? Ну что с того? Мне дальше как логическую цепочку развить. Чего хотите? Хочу, чтобы вы перепаковались, не более того. Ай, блин, а. ГИБДД. Здравствуйте. Вы стоите на тротуаре. Вы сотрудник дорожной инспекции. Я не могу выехать, видишь? Хорошо. Он меня перекрыл, видишь, я не могу уехать. Все, это не проблема. Все? Все, давайте. Добрый день, движение стоп-кам, вы стоите полностью на тротуаре, можете перепарковать машину? На каком тротуаре? На пешеходном тротуаре. Тоже на тротуаре, они сейчас по очереди отлетят. Берете машину или нет? Мы не прикалываемся, вы уберете машину или... Вон, человек идет прямо по дороге за вас. Идет по дороге. Чего за вас люди должны ходить по дороге? Кто-нибудь решил, уберите машину, не прикалываемся. Добрый день, движение стоп-кам, мы припаркованы вторым рядом на полосе движения. Вас люди по встречной полосе объезжают. Можете перепарковать машину? Нет, прямо сейчас можете. В противном случае мы наклеечку наклеим. Никак. Смотрите, нужно просто ногу убрать с тормоза и на букву «Д» не поедете. Для вас я прочитала крупную букву. Уезжайте, пожалуйста. Машину. Если вы сейчас не уезжаете, мы клеим наклейку. Вот за вас сейчас пробка. У вас совесть есть, совести нет. Сейчас у вас будет наклейка. Добрый день. Можете окошко опустить? Будем. Иди сюда, подойди, ты машина. Сядьте в машину, уезжайте. А девушке хорошо говорить, а? Пошел, ху. Ху. Вам туда же. Привет. На это? Хорошо. Вот я житель этого дома. Да. Мне это не нравится. Потому что здесь нет парковки. Ребят, это трава, это нет. Вот смотрите, сейчас едет трамвай, уважаемый житель этого дома. Он будет сбивать людей, которые будут обходить ваши машины. Вопрос один. Есть ли у вас совесть? Да, хватит это делать. Мы дорогу, вы сейчас... Снимайте,
Привет, я знаю. Вот стойте на этом